Дагестанец спас от неминуемой гибели женщину и ее 4 детей. Инцидент произошел в Махачкале на улице Акхалова. Утечка угарного газа привела к чрезвычайной ситуации. Сосед, услышавший отчаянные крики, ринулся на помощь. Его оперативные и рассудительные действия спасли 5 человек. Как все происходило, в подробностях расскажет Камзат Нурмагомедов. Плач ребенка, утечка угарного газа, охватившая весь дом, отчаяние на лице матери. В эту прохладную ночь многодетная мать включила отопительный котел, чтобы согреть комнаты. Не предвещая беды, все легли спать, и через 3 часа каким-то чудом плач малыша подал сигнал тревоги. Несколько мгновений спустя мать поняла, что произошло. Я пыталась спасти себя детей, я смотрела, переглядывалась и думала, кто из них умрет. Кого из них я потеряю сегодня. Я орала, я кричала, я просила помощи. Я его кидала на окно, он как овощ, падал со звука, вот, как мертвец. И мир переворачивался, и я другого, третьего пытаюсь, почему он лежит, почему он молчит, его трясу, ору, кричу, никто не помогал. И вот это просто... Услышав крики о помощи, сосед с противоположного дома выбежал на улицу. Он направился к дому, из которого доносились призывы о помощи. Гамид Магомедов, вспоминая произошедшее, говорит, что в первую очередь попросил мать выбросить детей из окна 2-го этажа, на котором они находились. Но в этот момент она, еле держась на ногах у подоконника, была не в силах сделать это. Я быстренько прошел туда. Это пошел кал, здесь не было доступа. А это окно не так было, оно на откидном замке было. Я смотрю. Ну, бил, не получилось. Потом взял вот так, ногой выбил, она туда полетела внутрь, эта форточка полностью. Отсюда вот залез, и там дальше дверь тоже заперта оказалась. Ну, его тоже разбил, и вот туда я в зал, коридор попал. Вот когда вот эту дверь разбил, и когда уже вот здесь особо не было газа. А когда туда прошел, я уже понял, почему она кричит и так далее, да. И я уже, и там дальше тоже дверей было много, я как-то вот каждую заглянул, и одна дверь оказалась на лестницу. Увидев лежавших недвижно маленьких детей, он схватил 2 и спустил через окно 1-го этажа. Там его уже встретили подбежавшие соседи, молодой человек и его мама. Передав детей им, он вернулся обратно. А в этот момент она сверху скинула годовалого ребенка, его поймал и передал вниз матери, чтобы она занесла домой. Затем, поднявшись по трубе, Рамазан Буржинов спустил потерявшую сознание мать уже по поставленной лестнице. А в это время последнего, самого старшего ребенка Магомедов поднял на плечи и вынес через 1-й этаж. Я за маму испугался, но так же и за газа не испугался, на меня даже ничего не действовало. Из-за сильного давления газа был большой риск начала пожара. Чтобы избежать этого, Магомедов остался внутри и проветрил все помещения до приезда специалистов МЧС. К счастью, все обошлось без жертв. Не каждый осмелится в 3 часа ночи встать с теплой постели и отозваться на зов помощи. Именно в такие минуты выявляются истинные герои и настоящие трусы. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала.